Так, где ж там наш учитель? Уже сегодня нам выдадут всякие прикольные штуки. Так, где она там? А вот я уже. Учитель новый, я это учитель. Что? Нет, Мёрфи, ты не учитель. Да я учитель, ты вообще правда. Это самое, еле-еле сдал все экзамены, господи, а ты кто? Ой, так я же выпускник школы магов. А, да? Что? О каких магах? Это школа ниндзя. Меня перевели в ниндзя. Я не знаю, как я тут впишусь, ну ладно. Ладно, окей, но это вообще-то сейчас у нас что-то типа выпускного, хорошо. Так, что эти школьники уже пришли? Всем привет, мои хорошие классы. У нас сегодня новенький Райм Мёрфи. Подожди, как может быть у нас новенький, если у нас сейчас, по сути, выдают награды после данных экзаменов? Да, они перевелись. А на них есть досье, у меня все записано, все классно. Да, окей, ладно. Вот здорово. Два. Что? Нельзя подкупать учителя, нельзя. Я просто сказал, чтобы ты никому не говорил, что у меня в досье написано. Так, ладно, давайте приступим уже сегодня, там всякие штуки вы будете выдавать. Да, да, поскольку вы прошли испытания. Да, мы прошли испытания. Да, вы супер молодцы. Да, мы молодцы. Уху, да, я буду вас награждать всякими вещичками, одеждой. Ура, одежду, мне наконец-таки ее подарят. Давайте, идите на свои места, я сейчас буду подходить каждому. Вот тебе, держи. Адидас? Мне оранжевую дали, это мой любимый цвет, откуда вы знаете? По тебе видно. Тебе держи, Адидас. И мне... Отдай. И тебе. Теперь у меня как у него. Слышь, снимай. Ты снимай, мне первому дали вообще-то. А почему у всех Адидас, а только я какой-то не такой? Потому что ты особенный. Так, и сейчас нам будут... А что это такое? Да, еще я буду давать вам повязочки. Пончик, я хочу кушать. Давай, давай, давай. О, супер. Так, и вам двоим. Эй, в прошлый раз была радужная. И сегодня я вам покажу кое-какие... Извините, нам срочно надо снимать эти. Выйти? Туалет, там все дела, да. А почему они уроки? Пойдем. Могу вас всех пораньше отпустить, вы молодцы, вы классные. Слушайте, вы самый лучший учитель, спасибо огромное. Правда, спасибо вам огромное, но мы тогда пойдем. Давайте, пока-пока. Меня мама дома ждет покушать. Ну ладно, Мёрфи, увидимся с тобой, тогда получается завтра, да? Так. Мы не спросили вас, сколько завтра в школу. Ну как обычно, в 5 утра. Наконец-то мы получили повязки. О, привет. Стоп, привет. Что вы тут делаете? Мы заполучили ваши повязки, и теперь мы знаем все секреты этой школы, мы взорвем эту деревню. Что? В смысле? Вы охренели совсем? Зачем вы это делаете? Это мы узнаете потом. Мы завербуем вашу училку. В смысле? Она никогда на это не согласится. Она супер добрая, она точно этого делать не будет. Что у вас тут происходит? Ой, здравствуйте. Они плохие. Они хотят вас куда-то к себе забрать, чтобы вы взорвали деревню. Что? Что ты несешь? Вы только что это сказали. Что? Нет. Хвастались повязками. Смотрите себе, какая это у меня не правда. Странно. Вы хотите взорвать эту деревню? Ну да. Что? О, чего я бы тоже нет? Об этом что? Давно мечтала. Что? Легко, пошли, наконец-то тут кролик может быть спокойно. Так, ребята, эй. Помогайте мне их изгнать из этой деревни. Я так и знал, что вы их обманете. Получайте, магия огня. У нас в заложниках кролик, пока. Нет, кролик. Нет, так, мы их сейчас спровадим отсюда. Получайте, аккуратнее. Так. Фух, получайте, мы их прогнали. Все, вроде бы они свалили отсюда. Я надеюсь, они в заложниках плохой кролик. Это были приспешники от... Сказки. Да, именно они. Эх, их нужно изгнать из этой деревни как можно скорее. Да вдруг они сильнее, чем мы? Нет, не, хотя, возможно. Знаете что, давайте я научу вас всему тому, что знаю сама. А Мёрфи спрятался от страха. Мне нормально. А, ну ладно. Ты вообще вылезай отсюда, нам нужно скорее спасти деревню. Ладно, все, хорошо. А вдруг они прямо сейчас заминируют и хотят взорвать? Сколько их, мы не знаем, поэтому как нам с ними справиться? Ну вот, пойдемте за мной в мой потайной храм. Я вас научу всему. Всему. Потайной храм, пойдемте. Да, и... вот он. Вау, он такой тайный. Философия жизни, все, что под глазами, никто ничего не видит. А все, что над глазами. Все, что под носом, вообще теряется. Ладно, да. Я понял, так, и чему вы нас хотите научить? Первое, это техника теневого клонирования. Так, я ее, кажется, знаю. Опа, да, у меня получилось. Как ты это сделал? А как вы? А я не знаю. Подумай о том, что ты хочешь расстроиться, или раздвоиться, или расчетвериться, курочка, и давай. Курочка в KFC, курочка. А, ой, сейчас. Какая курочка KFC? О, отлично! Супер, супер. Так, с этим мы разобрались. Что там дальше? Ребят, когда в KFC пойдем? Никогда. Нету. А, что вы сделали? Это был огненный шар. Это моя лучшая техника. Подумайте о том, что вы хотите что-то взорвать. Крипер! У меня получилось! Мёрфи, отлично! Ай, меня там стиль, что ли, решил? Я ж случайно. Наши враги могут на нас нападать, естественно, и нам нужно как-то защищаться. Для этого мы должны создавать барьер из земли. Как земля.
Ух ты, красиво! Как ты это сделала? О, у меня получилось тоже! Но не зря я получил зачет на всех экзаменах. Представь утенка Джека, как он говорит, как земля, и тебе все получится. О, отлично! Вот, супер! Да, я самый лучший учитель. На войне все средства хороши, поэтому нам нужны оружие. Оружие? О! Подождите, у меня тут проблемы небольшие. Сейчас я заберу свое оружие, подождите. А я просто так не дам. Мне нужно 20 тысяч лайков, Райм. Что, 20 тысяч лайков? Блин, ладно, ребята. От вас, как всегда, нужна поддержка и помощь, поэтому прямо сейчас поставь лайк. Если мы наберем 20 тысяч лайков, следующая серия по Наруто уже выйдет совсем скоро. Самихада, супер, блин, какая она крутая. У меня кубики бочо. Получай. Больно? Так, не деритесь, давайте лучше пойдем на всякие различные испытания и проверим. Вот первый, убейте паука. О, давайте, давайте. Окей. Опа, человек могучая лапка с тобой справится. Вернее, ниндзя могучая лапка. Вернее, да. В общем, мы тебя поняли. Супергеровки существуют. Я кретин. Давай, Райм, догоняй нас. Это тренировочный полигон. Вы должны быть самыми крутыми ниндзя. Ваша задача быстро, но тихо передвигаться по препятствиям. Да, только я свою булку доем. Вам нужно сбить друг друга, но при этом не упасть. Так, ладно. Только давай, чтобы все было честно, будет отсчет. Давай. 3, 2, 1. О, супер. Ну давай, давай, иди сюда, получай. А, черт. Ты упала, я победил. Подожди, не-не-не-не-не. Дубль 2, вторая попытка. Давай, до 3 попыток. Давай, давай, готов? Давай, давай, раз. Отсчет. 2, 3. Я справлюсь, получай. Да, есть, я опять выиграл. Ладно. У меня хорошие результаты. Зато у меня намного сильнее чакра. Вы молодцы, но не очень. Погнали дальше. В смысле, не очень? Ну, ладно. О, господи, а это что еще такое? Паркур, паркур. Это паркур, паркур. Окей, я его пройду за просто 5 секунд. Мы начинаем проходить его. Это будет очень и очень просто. А я уже прошел. Так, я тоже прошел. Так, Мёрфи, по-моему, прошел паркур быстрее, поэтому, Райм, ты клоун. В смысле? Ладно. Ну, жизнь несправедлива. Так, ну что ж, теперь нам нужно здесь пройти паркур. А, я его опять провалил. Идите в жопу, выбегаем отсюда. Фух, ну что ж, я думаю, мы заслужили немножечко. Нет, вот они! Что? Мы за вами следили. О, здорово. Что? Мы за вами следили. Мы узнали все ваши тайны, теперь нам будет проще с вами бороться. Да, конечно, получай. Ну вы-то безоружные. Получай. Ай! Что? Откуда у них эта техника? Так, ладно, ладно, ладно. Мы взяли все у вас, получайте. Нет, блин, они сильнее, чем мы, они убили. На, лошадь. Я отомщу. Бежим, Мёрфи, бежим отсюда. Юни. Бежим. Все, убегаем, мы ее забрали. Юни, бежим, 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 так, 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 так. Юни, догоняй нас. Она вперед, по-моему, убежала, я видел. Или мне показалось, а неважно, иди сюда, иди скорее сюда, так, так, так. Все, я тут, я тут. Арбузики вкуснятина. Одну секунду, где Юни? А где Юни? Я не знаю, куда она делась? Только не. Подожди, ты хочешь сказать то, что они ее забрали? Она же за нами бежала или впереди нас? Этого не может быть. Пошли, мне посмотрим, может она где-нибудь там спряталась? Что, неужели мы ее бросили? Представляешь, они выпытают из нее все тайны. Так, тут вроде никого нет, они уже убежали отсюда. Юни, ты где? Юни! Может, она за деревом? Нет, ее нет за деревом. Ее нигде нет, блин. Ну здесь ее тоже, я надеюсь, она не пострадала после этой битвы. Блин, и что нам теперь делать? Я надеюсь, что ничего не случится с ней. Ладно, у нас есть оружие, почему же мы им не воспользовались? Блин, ну они, кстати, сильнее, чем мы. Они не просто так, наверное, по крышам домов бегали, когда они убегали. Неужели Юни пошла с ними добровольно? Нет, этого не может быть. Скорее всего, они ее схватили. Куда же они могли побежать, как думаешь? Мне кажется, они могли побежать в лес, так как последнее, что я видел, как один из них убежал туда. Тогда, ладно, нам придется покинуть деревню. Я на протяжении долгого времени не выходил за пределы Конохи. Видимо, придется, чтобы спасти учителя. Конечно, да-да-да. Побежали, ладно, пофиг на стекло. Главное сейчас, самое главное, спасти Юни. Мы почти добрались. Фух. Это было очень сложно. Это было сложно. Куда нам прыгать? Так. Я вижу воду. Мы можем прыгнуть туда, только надо аккуратно спуститься. Нам надо каким-то образом действительно там аккуратно спуститься. Джеронимо! Опа! Я попал. Я сломал себе ноги, но ничего страшного, тяу-тяу. Мёрфи, а у тебя есть еда? Я очень проголодался. Да, вот мне мама тут немножко передавала. О, супер, 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 спасибо. Куда они могли деться? Этот лес очень густой, я даже не могу здесь ориентироваться. Мне кажется, или они, скорее всего, ждут нас, потому что они понимают, что мы рано или поздно придем за ней. Будь насторожен, потому что они могут быть где угодно. Конечно, я насторожен, у меня вот меч в руках, так что я их поджидаю. Так, где же они могут быть? Так, слушай, я думаю, то, что нам стоит пойти туда, потому что мне казалось то, что я видел какие-то подозрительные следы. Честно говоря, уже 3 часа мы тут ходим. Тихо. Я что-то слышу. Помогите! Я слышу. Говори. Ничего не скажу,
ничего. Ну ничего, еще здесь посидишь и посмотрим. Так, я пришел сюда, получайте. Получайте, получайте, получайте. Мы тебя убьем. Получай, получай, получай. Да, я с ним справился. Меня обезоружили. И эта обсидиановая коробка забирает у меня всю силу. Так, нам надо. Сейчас, подожди, сломаем, сломаем, подожди. Не-не-не, ты рукой не сломаешь. Здесь нужна магия. Магия огня. Надо одновременно ее применить. Давай, на счет три. Раз, два, три. Реально сработало. Супер. Так, подождите, а где второй? Где этот Якубович? По-моему, что ж, на сей раз вы победили, но в следующий раз я вернусь и обязательно заберу рецепт вашей лапши. Пока, неудачники. Утка-джек, утка-джек. Что? Что? Зачем они тебя пытали? Они хотели узнать рецепт лапши. Рамина? Да. Я не встречал таких злодеев ранее. Ну, ничего страшного. Какие они коварные. Хорошо, что они не были как ты, когда играл за Джокера. Они не требовали от меня колбасы. Джокера? Я? Что? Юни, у тебя как это шиза, по-моему. Ладно. Фух, я предлагаю, раз все хорошо, пойти и перекусить немножечко как раз-таки этой лапши. Пошли. Я считаю, что да, это неплохая идея. Наконец-таки мы пришли и пойдемте перекусим немножечко. Где наша столовая? Вот она. Что? Что? Опять вы? О, получайте! Привет, пристаживайтесь. Нет, стойте, мы не будем драться. Не надо, не надо. Нет! Что? Тушите, тушите, тушите. О, нет, срочно используй свой скилл. Нифига себе, стоп, а что вы тут делаете? У нас есть оружие. Мы немного подумали и решили, что зачем нам взрывать целую деревню ради Рамина, если мы можем купить и узнать рецепт сами. Гении! Гениально. Вы хотели взорвать полдеревни, украли человека, чтобы узнать рецепт лапши? Но она такая вкусная, я не могу. Ну ладно, самое интересное, что я не умею готовить ее. Она учитель, откуда она вообще должна знать, как ее приготовить? А знаете, что еще самое интересное? Что? Что директор этого заведения мой отец. А, да, я помню, это прекрасно. Я эту лапшу так обожаю, что я решил хоть немного быть похожим на нее, поэтому я отрастил себе эти прекрасные усы. Замечательно, я считаю. Правда я похож? Я лапша. Я лапша, да, я лапша. Похоже на лапшу. Да, 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 ты лапша. Окей, хорошо, я тебя понял. Юни, слушай, пойдем отсюда, пожалуй. Да, так, да. Так, так, приятного аппетита. Да, ой, спасибо, спасибо. Одну секунду, так, сейчас это самое все. Дай, пожалуйста, лапшей, я добавлю туда немного приправы. Давай, давай. На. Опа, а у тебя есть? Понятно. Я тебя обманул, неудачник, не узнаешь никогда рецепт лапши, побежали. Я своровал всю лапшу у них. Бежим. Бежим. Они заслуживают этого. Они украли Юни, так, получайте. Все, 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 бежим отсюда, бежим, бежим, бежим. Я вас догоню, верните. Нет, наша лапша. Пошел в жопу.